Свой юбилейный день рождения отметил замечательный, энергичный и инициативный человек, педагог по призванию Аслан Давлетбиевич Мамишев. С таким событием приехали его поздравить глава района Заур Хамирзов и начальник управления образованием Косей Киргашев. Сегодня я с удовольствием хочу вручить благодарность президенту Республики ТГ Аслана Китовича Кокушинова. Вот. Посчитал нужным, что человек заслужил, заслуживает. Аслан, котро-котро у тебя пожалуйста. Спасибо. Ну и благодарность от районной администрации. Спасибо. Это все заслуга не моя лично, конечно, это заслуга вот всех людей, с которыми я работаю. Я им очень благодарен. Благодарен всем тем, кто видит мою работу, скромную, я считаю. Вот, но получилось так, как получилось. Спасибо всем. Я всем очень благодарен. Спасибо большое. Более 35 лет посвятил Аслан Давлетбиевич самой благородной профессии учителя. С 1978 года и по сей день он работает в Казино-Кужурской школе, а с 1999 года возглавляет ее коллектив. Я родился в ауле Хачимзи Кашхабльского района. Закончил в 1973 году Хачимзийскую среднюю школу номер 4. Значит, годы учебы в Адыгейском педагогическом институте 73 по 78. Значит, с 78 года по настоящее время работаю в Казино-Кужурской школе. Сначала учителем физики и математики, потом завучем 16 лет. И с 99 года возглавляю коллектив. Кто определил мой выбор? Мой выбор определил мой учитель математики, очень уважаемый в ауле человек Хачимизов Закашумосович. Долгое время работавший одновременно и учителем математики, и завучем этой школы. Затем, значит, у меня был выбор после окончания института, значит, работать либо в элитовской средней школе, либо здесь, в моем родном коллективе уже. Но там мне предложили, значит, должность учителя трудового обучения. Конечно же, я выбрал свою специальность и все эти годы работаю, значит, скажем так, выполняя свой учительский долг. Что для вас значит эта работа? Вы знаете, определенно никогда корыстных целей я не преследовал. Изначально я люблю детей, люблю их учить. И вот самое дорогое, что есть у каждого человека, это, наверное, дети. И когда они, значит, получают знания, мне это лично доставляет удовольствие. Кроме этого, в своей работе я очень старался привить любовь к учительскому труду. В 90-е годы в Адыгейском педагогическом колледже на 4 курсах учились 12 моих выпускников. Вот. Многие вернулись, работают в моем коллективе. Добрая половина, даже, наверное, процентов 75, это мои выпускники из этой школы. Вернулись и работают. Семья Аслана Мамишева является учительской семьей. Его супруга также работает в Казино-Кужурской школе. Неудивительно, что и дети выбрали именно эту дорогу. Вся семья моя работает в школе. Здесь со мной работает супруга, старший сын, невестка. В Вольнинской средней школе работает младший сын и младшая невестка. Дочка у меня работает тоже педагогом с достаточно большим стажем. Ну и в конце концов и зять тоже. Вот как-то так получилось, что все они, да, выбрали
вот такую дорогу. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь, и нести в себе в своей учительской сути то, что хочешь воспитать в своих учениках. Я бы не хотел бы ничего изменить, потому что все мои лучшие годы, молодые, скажем, годы, прошли в той сфере, в которой я хотел работать. Все мои годы прошли в моей родной школе, иначе я назвать просто не могу вот то место, где мы с вами сейчас находимся, потому что оно на самом деле для меня родное. 38 лет работы – это уже о чем-то говорит. Поэтому не жалею. Многие мои сокурсники, друзья остались, живут в городах, но, приезжая ко мне, они мне завидуют. Потому что село, чистый воздух, дети очень хорошие. Я всегда говорю, что самые лучшие дети в районе – это наши дети. Самые управляемые дети – это мои дети. Самые замечательные родители – это мои родители. Потому что без моих родителей содержать школу вот сегодня, да, скажем прямо, школа переживает не самые лучшие времена, скажем. Поэтому огромную благодарность хочу выразить своим родителям, которые из года в год помогают материалам для того, чтобы мы приводили школу в порядок каждому новому учебному году.